5 ноября во Дворце Республики пройдет сольный концерт Акбота Керимбековой. В ходе вечера прозвучат популярные хиты, а также новые песни популярной исполнительницы. Внимание юных зрителей столицы! В цирке Астаны до 9 ноября продолжатся гастроли московского цирка. Только здесь вы сможете увидеть уникальную программу с участием медведей-канатоходцев. Захватывающий дух зрелище непременно подарит вам яркие впечатления. Психологическая драма «Кунцеулесет Успеген» будет представлена на сцене Казахского государственного академического музыкально-драматического театра имени Куанышбаева. Здесь, через призму жизни одной семьи, показаны многие актуальные проблемы современного общества. Основным лейтмотивом спектакля становится простая истина – человеком необходимо оставаться всегда и при любых обстоятельствах. Всем казахстанцам, несомненно, знакомы песни казахского короля вальсов Шамше Калдаякова. А знаете ли вы, как рождались эти мелодии, как складывалась судьба самого композитора? Как повлияла на его жизнь и творчество цыганка Изольда? Ответы на эти вопросы вы можете узнать, посмотрев мюзикл «Цыган Серенадаса», который пройдет 5 ноября в Казахском государственном академическом театре драмы имени Ауэзова. Казахский государственный академический театр для детей и юношества имени Мусрепова представляет вашему вниманию комедию «Кушок Кюеу», затрагивающую не только вопросы личных отношений героев, но и острые социальные темы. Спектакль «Кушок Кюеу» в переводе означает «примат». То есть, когда молодой человек женится и живет у невесты, это называется примат. Вот моя героиня хочет устроить судьбу своей дочери, выдать удачно замуж за богатого, хочет, чтобы сваты у нее были состоятельные, чтобы она, наконец, пожила в свое удовольствие, чтобы дочка была счастливой. Но, к сожалению, как, во что это обернется, как закончится все это, все эти ее старания, это я уже не буду говорить совершенно секретно. Я думаю, вы придете, посмотрите, узнаете, чем все дело кончится, закончится, да. Я вас приглашаю на спектакль «Кушок Кюеу». Театр «Жас Сахна» приглашает вас на постановку «Жарай Сыңшал». Главная мысль, заложенная в пьесе – жить, значит не стареть, а любить. Спектакль – это увлекательный рассказ о приключениях трех стариков, живущих в неком ауле и ставших на восьмом десятке лет неразлучными друзьями. Пьеса наполнена юмором и светлой лирикой. Театр «Артишок» имеет честь представить театр-лабораторию прямо по Тулеби. Это маленькие истории из жизни города, которые на глазах у зрителей превращаются в один большой спектакль. Тем временем Государственный театр кукол приглашает своих юных друзей на постановку «Көңілді қонжықтар». Не забудьте подарить своим детям встречу с настоящей сказкой. В Государственном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева продолжается персональная выставка заслуженного художника Российской Федерации Никаса Сафронова. Здесь представлено более 140 работ разных направлений – классический портрет, пейзаж, сюжетные композиции в стиле символизм, а также полотна в авторском стиле Dream Vision. В Государственном музее искусств Республики Казахстан имени Абылхана Костеева впервые проходит выставка Санкт-Петербургского музея «Эрарта». Экспозиция состоит из подразделов «Идентификация», «Экспрессионизм», «Новая серьезность» и «Тотальная живопись». Основу выставки составляет петербургская живопись Вячеслава Михайлова, Елены Фигуриной, Арона Зенштейна и других классиков современности. В экспозицию также включены работы героев ленинградского андеграунда и молодых художников. Выставка продлится до 14 ноября.